Да, ребят, привет. На самом деле не группа «Небослов», а всего лишь я. Я прошу прощения, что я в таком виде сегодня, вот в белых кроссовках и майке «Геофака». Кстати, на «Геофаке», на сборах «Геофака» очень часто поют песни «Вени». Очень здорово, все хором поют, все их знают. Вот. Самый классный момент, когда два здоровых мужика поют, глядя друг на друга, песню «А я тебя любил, как я тебя ласкал». Это классно выглядит. Какую мне гитару взять? Это 10-й вход. Можно немножко басов с нее подснять? Ребят, честное слово, я сегодня не готов петь песню «Вени». Мне это слишком сложно. Ну, я прошу про... У меня... Мне даже выключили микрофон по этому поводу. Ну вот, Кожекин с Петей недовольны. Ну, я надеюсь, что вы меня простите. Так вот, Соня Власова-Киприк мне поможет. Соня, найди себе микрофончик какой-нибудь. Первая песня называется «Сорока». Сорока, сорока, что ты несешь на хвосте? Сколько вестей, новостей, как там в далеких краях живут не такие, как мы, другие, чем мы, живут другие. Сорока, сорока, каждая перышко есть, из странствий далеких добрая весть, а ты несла, несла, не растрясла другие дела, дела другие. Немного другая, но все же вполне себе. Жизнь течет неспешно. Сорока, сорока, может, им одиноко, так пусть приезжают в гости к нам. На самом деле песни «Вени» у нас лучше всего исполняет наш барабанщик. Сейчас он в Самаре, да. Следующая песня называется «Там вдали». Не заметил, как стало родной. Не заметил, как стала одной, единственной. Стала женой в первый день весны, в первый день весны. Дни в пути, шаг за шагом вперед. Год прошел, а потом еще год. Силы есть, но усталость зовет уснуть на краю скалы. Но там вдали, указывая путь, любовь горит и не дает уснуть. Может быть, мы не идем никуда, может быть, значит.
ночи погасла звезда, может, результат не стоит труда, и проще сгинуть. Каждый новый шаг — ответ на вопрос, каждый новый шаг — еще 100 вопросов. Но что бы ни случилось, я знаю, нельзя пройти этот путь только наполовину. Ведь там вдали, указывая путь, любовь горит и не дает уснуть. Тает снега, и зазвенят водой города, и застучат синхронно сердца под дождь. Смущенный дождь, этот мир, он велик или мал? Я что-то спрятал в дырявый карман, и ты поймешь, отпустила зима, и просто улыбнешься, что там вдали, указывая путь. Любовь горит и не дает Большое спасибо, Соня Власова, Кибрик. И я спою последнюю песню. Небольшое вступление такое. Значит, считается, что клуб «Артерия» является филиалом города Путивль. Вот. Следующая песня была написана в городе Путивль этим летом. Света. Видишь, мир встает с постели, улыбается с просони, просыпается от ночи, избавляется от боли. Мы частицы птичьих песен, мы частицы песен ветра. Зашло, красный царь-государь, добрый отец, горячее сердце для всех. Жили мы, да нет, ужили, шатко, валко, худо, бедно. Ночь прошла, и солнце в силе, наступило время света, все пойдет своей дорогой, доброй, светлою дорогой. У всего своя дорога, добрая дорога, у всего своя дорога. Большое всем спасибо.